Здравствуйте, меня зовут Лазебная Ольга, и это мой отзыв на VIP-блог второго модуля школы психотипирования Павла Борисовича Колесова. Во втором модуле Павел Борисович собрал наивкуснейшую информацию. Здесь есть информация и про телесные маркеры, и мужчин, и женщин, как отличать людей разных психотипов. Причем и у мужчин, и у женщин часто разные маркеры, даже в пределах одного психотипа. Есть интереснейшая информация про страны и психотипы, что у каждой страны, в зависимости от того, какой люди какого психотипа в ней преобладают, формируется свой психотип. И эта информация полезна, например, для выбора страны для отдыха, ну или страны для места жительства, если кому-то нужно. И точно так же у религий есть свои психотипы. Точнее, каждая религия обслуживает нужды, потребности каких-то конкретных психотипов. И, пожалуй, самая вкуснейшая информация – это первые признания в любви разных психотипов. А люди разных психотипов признаются в любви по-разному. И не зная этого, можно пропустить признание в самых искренних чувствах. Буквально-таки пропустить свою любовь. Есть также в VIP-блоке еще и транс, возвращение важной части души. То есть можно собрать свою душу по кусочкам, по кирпичикам. И, конечно же, здесь даны гармонизирующие и невротические или невротизирующие потребности первых шести психотипов – аутиста, психопата, истероида, эпилептоида, маньяка и компульсива. Гармонизирующие потребности, мне очень понравилась эта информация, это те потребности, которые позволяют развиваться человеку. Да, они, конечно, в самом начале вызывают сопротивление, такие потребности, но потом, в конечном итоге, они гармонизируют психотип, делают его более целостным и позволяют получать больше удовольствия от жизни, вообще улучшают жизнь, качество жизни. Вот я еще смотрю, есть еще информация по последним шести психотипам у нарцисса, депрессивного, параноика, шизоида, фруактивного, фропассивного, как они едят, какой спорт им подходит, какая еда подходит, от чего они испытывают самый наибольший кайф, даже как занимаются сексом. Это в продолжении информации из первого модуля. Просто там была информация по первым шести, а это по оставшимся шести. И это было очень интересно. Особенно было интересно узнать про себя. И благодарю Павла Борисовича за эту ценнейшую информацию. Он всегда вкусненькое оставляет напоследок. На десерт. Если вам интересно узнать о том, по сути, о себе, о том, кто вы, какой вы, почему вы такой, милости прошу, подписывайтесь в школу психотипирования Павла Борисовича Колесова. Благодарю за внимание.